Товарищеский матч. Товарищеский. Вот интересно, коллега, а футболисты воспринимают своих соперников как товарищей? Я думаю, что сразу после свистка мы это узнаем. Не все любят слово «плеймейкер», но это «плеймейкер». И пауза в игре. Команда не торопится развивать свою атаку. Красич. Мяч у защитника. Игрок не смог сохранить мяч. Арбитр показывает. Продолжайте, продолжайте. Что будет делать Дель Пьеро? Только пробить осталось. Пенальти. Судья принимает быстрое, справедливое решение. Так, как у вас с нервишками? Промах. Очень плохо исполнит пенальти. Атака по флангу. Вряд ли здесь в этой ситуации стоит рисковать. Хороший навес. Рейес. Рейес. Вратарь бросается на мяч. Вратарь посылает мяч далеко вперед. Алекс Дель Пьеро с мячом. Ну, чума. Классный навес. Очень спокойно повел мяч. Парлан. Пирло. У защиты проблема. Команда прекрасно играет в обороне. Главное сейчас не спешить. Красич. Василий, смотрите, игрок у ворот. О, да! Он воспользовался моментом и пробил в незащищенный нижний угол. У этого парня глаз алмаз и ноги золото. Точнейшим ударом мяч отправлен прямо в нижний угол ворот. Все получилось спонтанно, очень быстро, очень вдохновенно. Красота! Надо же, сколько игроков участвует в атаке. Удар от ворот. Ну вот, ключ поверни и полетели, подумал мяч. Тиаго. Сумеет ли команда реализовать такую возможность? Кажется, они решили взять ворота числом. Ну ты же крайний, подавай. Воздух. Из такого расстояния можно забить. Не повезло игроку. Очень толково сыграли защитники. Развернуться ему не дали. И, конечно, пробить из выгодного положения не было шанса. Какая красивая игра. Какой дриблинг. Ну, бей же. Мяч в ворота. Не знаю, стыдно вратарю за пропущенный мяч или нет, но должно быть, потому что для игры выбрана очень неудачная позиция. Длинный пас, форвард выведен ударную позицию, остальное дело техники. И отмашка судьи показывает, что сейчас у ворот Ювентуса будет угловой. Без ссоры, без споров, без риска защитник убивает мяч из штрафной площадки. Красич.
Да, нужна была команде передышка. Тиаго. Игра не остановлена. Потеря. И снова Дель Пьеро. Рейес. Судья дает штрафной. Между прочим, могла получиться хорошая атака, если бы не вратарские действия. Тиаго. Рейес. Игрок подхватывает мяч на фланге. Будет ли навес? Теперь мяч у защитника. Перевода вперед явно не созрели еще условия, поэтому соседи. Очень непростая ситуация. Хватило бы одного касания, но пойди поймай мяч на такой-то скорости. Игроки обороны читают планы соперников. И он выходит на рандеву с вратарем. Мяч отлетает от вратаря. Не торопится расставаться с мячом в такой напряженной ситуации игрок. О, как мяч-то полетел, а? Рейес. Нарушение правил на поле. Кивком головы пас вперед. Тиаго. Оборону не так-то просто поставить в тупик. Ну, куда идти? Тут партнеры рядом есть, поперек можно. Вот подача! Этот парень просто образец в игре головой. Алекс Дель Пьеро с мячом. Нужно забивать. Великолепный шанс на гол. И мяч попадает прямо в руки голкиперу. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится. Вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят превосходно. Очень жестко это выглядело со стороны, но арбитр, кажется, расценил как игровое нарушение и карточку не показывает. Какой роскошный пас. Дель Пьеро. Скорость. Ну, еще один удар. Теперь только вратарь перед ним. И снова гол. Это полный разгром. Причем еще в первой половине встречи. Дай бог, чтобы проигрывающая команда хоть немного реабилитировалась во втором тайме. Отличный гол. Уже второй для него сегодня. Вот они, плоды прессинга на чужой половине поля. Хороший пас. Игрок не смог удержать мяч. Красич. В первом тайме игра шла в одни ворота. Счет 3-0. Тренеры команд в перерыве сообщили футболистам свои соображения о матче. Надеюсь, это положительно скажется на их действиях. Атакующие решили давить числом. Мяч отобран. Сдержали атаку. Давай, вся команда на тебя смотрит. Роскошный сейв. Лихштайнер.
Игрок пытается вывести мяч из опасной зоны. Парлан. Такая защита выглядит абсолютно неприступной. Они у тренера прям по струнке ходят. Вон как играет. Парлан. Какая мощная защита. Защитник верно оценивает ситуацию. Что будет делать Дель Пьеро? Здорово, защитники сегодня играют. Ну вот и вратаря не нужно забывать, чтобы не замерзал. Вратарь выбьет мяч за пределы своей штрафной. Классный пас. Мяч отобран. Красич. Мяч перехвачен. Алекс Дель Пьеро с мячом. Похоже, команда поймала ритм. Игроки превосходно чувствуют друг друга. Грубая борьба на поле. Мяч попадает во вратаря. Красич. О, да. Нужно просто обыграть вратаря. Голкипер своевременно ликвидировал опасную ситуацию у своих ворот. Удар. Мяч в защитника попадает. Ну и теперь угловой будет назначен. Так что, может быть, еще и не разряжена обстановка. Какая точечная подача. Не дают бить. Великолепно. Ошибка защитников. Отличный искусный офсайд. Неужели офсайд? Линейный никак не хочет, чтобы про него забывали. Надо продолжать игру. Просто не смог удержать мяч. Отличная игра в обороне. Судья считает, что был офсайд. Если несколько таких офсайдов будет зафиксировано, то судье не обойтись без протестов после матча. Красич. Осталось голкипера обыграть. Не смог удержать мяч. Парлан. Кажется, судья собирается достать карточку и показать ее футболисту. Желтая карточка. В этом эпизоде судья занял довольно жесткую позицию. Ну что ж, кажется, обошлось без травм. Но за такую агрессивную игру можно получить не только желтую карточку. Эй, минуточку, что за номера? Мы же все видели эту грубую игру. И комментаторы, и зрители. Судья-то что молчит? Пирло. Надо уже как-то разрывать это искусное вне игры. Вратарь уже, небось, успел испугаться, когда судья зафиксировал офсайд. Защитник получает мяч рядом со своей штрафной площадкой. Берея. Парлан.
арбитр назначает удар от ворот. Рейес. Точный пас вперед. Оборона с честью вышла из трудного положения. Мяч до сих пор в игре. Ну и сейчас предельная концентрация, потому что угловой у ворот Ювентуса будет разыгран. Как же он работает головой, а? Защитник не позволил провести удар. Такой прекрасный дриблинг. Опасность миновала, но ненадолго. Эх, на ровном месте потерял мяч. Бывает полезно вот так немножко подержать мяч, разрядить ситуацию, дать команде передохнуть. Рейс. Ну карточку, карточку, судья. Зачем же еще у тебя карточки? Очень жесткая игра. Намеренная грубость арбитра. Мяч в ногах у игрока линии обороны. А просто он плохо контролировал мяч. Как здорово от защитника ушел. И еще один гол. Ставлю галочку. Явная ошибка вратаря, который выбрал очень неудачную позицию. Вот дела. Не одна замена, сразу две. Решительный парень этот тренер. Ах, какой игрок. Как лихо он пользуется обеими ногами. Добавлено пару минут. Отличная защита. Длинный проход правого защитника продолжается. Футболист получил мяч на фланге. Нужно навешивать. Голкипер успевает подобрать мяч. Рейс. Штрафной удар, но вряд ли рефери забудет нарушителя правил. Мяч уходит на левый фланг. Давай, не зевай! Ух, какой блестящий сейв. Вратарь хорошо выбрал позицию. Вратарь спасает ворота и удерживает мяч в руках.